Так, подожди. Вопрос какой был? Вопрос. Какой вопрос был у меня? Да, не, подожди. Вот это вопрос мой, да? Так, имейте в виду, я пьяный. Ну так вот, я ж это ссылку-то указывал выше, ссылку указывал выше. Подожди. Ну, а вот. Вот у нас. Я проверил, на Мураше нет ни хрена. Вот Room 2 Japan. Так, сохранить как? Это не Amiga. Это на Dev 3DO. Emuls 3DO. Сохранить. Итоговый, ROM 2, Japan. Ну, собственно говоря, вот этот и ROM 2-то нужен именно для того, чтобы... Так, в какой там версии, вы говорите, у вас чего-то там не получалось? 2.1.1? Ну, собственно говоря, вот она. Так... Ну это сюда же. Ну да, ROM 2 ROM, так оно и называется. Блин, ладно, все, смотрим дальше. Free.exe. Ага, файл. Select ROM 2. Итого. Выше. Биосы. Ах ты, блин. Я чё? И что, у меня так с самого начала было, да? Судя по всему, у всех так было. Так, подожди. Ну, что-то мне не верится. Нет, подожди. А может, я раньше это видел? Допустим, Freedom 1.8. Это вас не волнует. Ах. А тут нету этого. 1.9. Подожди, 1.9 у меня, наверное, на диске F. Это вот у меня отдельный диск MOS 3DO. А вот оно. Ну да, выбрать ROM 2. ROM files. Слушай, да, наверное, все-таки вот именно, блин, вот это у меня осталось. Да. Судя по всему, ну, конечно, Виктору Иванову писать бесполезно. Максиму, конечно, еще можно написать. Хотя бы адекватный человек, в отличие от некоторых. Вот. Ну, вот так-то вот. Вот так-то вот. Да, значит, так оно и было. Извините. Как эту хрень вырубить?